Сегодня у нас первая игра сезона. Хорошо начать сезон, это очень важно. Команда начинает с самых низов и посмотрим, до каких высот она сможет дойти. Ну и сможет ли вообще. Тут может что-то получиться. Гол! Вот это удар! Без шансов для голкипера. Да, что называется, расчехлил свое ружье этот футболист. И наверняка этот гол войдет в топ-10. Никто, включая вратаря, не ждал удара с такой дистанции. Замечательный дальний удар. Непонятно только, почему никто из защитников ему не помешал. И какой невероятный удар у него получился. Очень красивый гол. 1-0. Сейчас будет веселее. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Тут может что-то получиться. Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. Сыграл бесхитростно, но надежно. За боковую вынес. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Месси. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Я вообще не думаю, что нужно бить со столь дальней дистанции. Угловой. И разыграть решили угловой. Штрафной подачи есть там кому сыграть. Мяч вышел за боковую, а не за лицевую линию, как хотелось бы игрокам атакующей команды. Удар. Не самый удачный удар. Вратарь на месте. Росс. Эриксон. Посмотрим за этой атакой. Вот это удар! Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Забивать нужно! И это просто шедевр! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Очевидно, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. Пока мы видим игру в одни ворота. Футболисты явно поймали кураж. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Эриксон. Месси. Я думаю, этот игрок прекрасно бы исполнял в регби штрафные. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Ударище просто! Мяч уходит на угловую. Вот так вот хитрят, угловой разыгран. На дальнюю подачу. Какое шикарное спасение! Великолепную реакцию демонстрирует голкипер. С ближней дистанции бил игрок, и взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. И с этой позиции можно пробить. И как опасно пробил. Удар, перекладина и гол! Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Сложный мяч. Лучше не рисковать. Кросс.
Пока неплохо. Есть адрес для передач. Какой удар! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Лукак. Тут может что-то получиться. И как пробил. Ждем подачу от углового флага. И решили разыграть побыстрее угловой. Удар по воротам. Здорово сыграл игрок обороняющейся команды. Тут силовая борьба. Херман. Это может быть опасная атака. Решил пробить. Потерял он мяч, но кому он достанется? Бейн. Будет штрафной удар. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Защита справляется. Это может быть опасно. Сейв кончиками пальцев. Мяч проходит выше. Угловой будет подавать команда. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Кулаками играет вратарь, и мяч выбит. Не отдает мяч под прессингом. Санчес. Херман. Месси. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Вот это удар! Нет, не дошел. Мяч летит в сторону ворот. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Тут все очевидно, будет штрафной. Санчес. Три ноль так. Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное, но в футболе всякое бывает. Может получиться интересно. Удар! И это просто шедевр! И еще один мяч влетает в ворота, разрыв растет, и не скажешь, что это все не по делу. По-моему, голкипер отсутствует просто как класс сегодня. Да, сегодня действительно в воротах пустое место. Как бы грубо это ни звучало.
Посмотрим за этой атакой. Тут может что-то получиться. И это гол! Низом, мимо голкипера, загляденье. Хорошая позиция была прямо перед воротами, и мячу просто некуда было деваться. Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Солидное преимущество. Отыграть его по такому матчу будет нелегко. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Тренер гостей задействует тактику команд. Арбитр назначает штрафную. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Удар. Не прошел удар. Защита на месте. Как вариант продолжения напрашивается передача. Росс. Отличное оборонительное действие. Лукак. Хорошо увидел партнера впереди. Я вообще не думаю, что нужно бить со столь дальней дистанции. Ждем подачу от углового флага. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Отличный удар. Тут может быть опасно. Не получился у него этот удар. Удар-то был непростой. Трудно было мяч с лета в касание поймать. И вот такая срезка вместо удара. Херман. Катают они мяч на своей половине поля. Ну, было бы весело, если бы они его потеряли и побегали бы за ним. Решил пробить. И еще один угловой. И решили разыграть побыстрее угловой. Оставляет мяч. И как пробил. Прекрасный гол! Это вам не прямой удар с носка с закрытыми глазами. Это совсем другое дело. Да, ювелирная работа. Идеально закрученный мяч, который идет точно так, как и хотел игрок. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Он, наверное, уже видел мяч в сетке. И тут такая потеря. Тут может что-то получиться. Классно сыграл защитник. И все опять возвращается на круги своя, точнее на четверть круга, который отмечена зона углового. На коротке решили разыграть угловой. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Херман. Это может быть опасная атака. Не точно. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Отличный пас. Прекрасно. Это шанс. Забивай. Гол. Все-таки они забили.
И вот вам, пожалуйста, свидетельство тому, что футбол – это прежде всего игра. И здесь ситуация может в любую секунду измениться. Гол, конечно, из ряда вон выходящий, потому что, как мы любим говорить, ничто не предвещало. До конца второго тайма примерно минут 15, ну и плюс то, что добавит арбитр. Тащит мяч вперед он. Справляется голкипер с этим ударом. Достаточно сложным, кстати. А до этого эпизода играл, прямо скажем, не очень здорово. Ну и скоро узнаем, что это. Случайность или все-таки перелом в игре. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Он бьет. Без труда спасает вратарь свою команду. Лукаку. Опасно! Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Последняя пятиминутка пошла. Это может быть опасно. Отнял мяч у нападающего в своей штрафной. Можно подвести краткий итог матча. Сегодняшняя игра проходила с колоссальным преимуществом одной из команд. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Пока неплохо. Удар. Давай, подавай уже. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ударище просто. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Финальный свисток. Начало сезона. Лучше не придумаешь. 3 очка в первой же игре. То, что нужно, чтобы настроить команду на ударный сезон. Тут может что-то получиться. Гол! Вот!
Вот это удар! Без шансов для... Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Забивать нужно! И это просто шедевр! И с этой позиции можно пробить. И как опасно пробил. Удар, перекладина и гол. Может получиться интересно. Удар! И это просто шедевр. И еще один мяч влетает в ворота. Разрыв растет, и не скажешь, что это... Посмотрим за этой атакой. Тут может что-то получиться. И это гол! Оставляет мяч. И как пробил. Прекрасный гол!